в завершении выпуска еще одна информация. Мерзнете? Утепляйтесь. У новорингойцев вновь появилась возможность подобрать удобную и модную шубу. В деловом центре «Ямал» открылась выставка продажи изделий из меха норки, мутона, лисы и каракуля. Она проходит с 30 ноября по 4 декабря. Ассортимент оценила Мария Федорчук. Дымка, яшма и полюбившийся многим цвет – горький шоколад. Нежные оттенки мехов завораживают каждого, кто решил посетить выставку. Теплые шубы из норки, мутона, каракуля и лисы порадуют любую модницу. Тут можно выбрать изделия по душе на любой вкус и кошелек. Широкая цветовая гамма и размерный ряд от 36 до 66 размеров. Советуем обратить внимание на изделия из североамериканской норки, блэкнафа и блэклама. Все наши изделия можно приобрести в рассрочку сроком от 6 до 12 месяцев. Без переплаты. Торопитесь приобрести для себя теплую, модную и удобную шубу, ведь меха всегда пользуются устойчивым спросом. Приятно удивят широкий ассортимент новой коллекции и цены. Здесь можно приобрести норковую красавицу в рассрочку всего за 5000 рублей в месяц. На выставке представлены бюджетные варианты кусковой мутон и норка. Их внешний вид не уступает дорогим мехам. Есть и шубы премиум-класса, короткие каракулевые куртки и длинные, так называемые французское пальто. Также на выставке есть и автоледи. Укороченный рукав под перчатку с отделкой меха на капюшоне и на рукаве. Полоска, значит, астраган идет, мутон комбинированный, поперечный. Вот, закругленное плечо. Видите, крой такой, что вот он закругленный такой. И закругленный низ. Как доказательство качества, каждая шуба чипирована. Загрузив на свой мобильный телефон программу, которая считывает штрих-код, можно получить полную информацию о приглянувшейся модели. Вот указано, что товар находится в продаже. Наименование нашего предприятия, что это меховое изделие из, в данном случае, жилет из лисы. Вот, страна Россия. Мутон от 8000 рублей, норка от 29, блэклама от 139 тысяч рублей. Купить шубу можно с 50% скидкой за наличный и безналичный расчет, а также в кредит на выгодных условиях. С 30 ноября по 4 декабря выставка работает в деловом центре «Ямал» на втором этаже с 10 утра до 7 часов вечера. Количество товара ограничено. Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».